Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня мы с вами находимся на локации Белые Скалы. Будем с вами пробовать ловить форелевую. На эхолоте показано много различных рыбы, но мы пришли именно за форелью ручьевой. С данной рыбы около 7 килограммов. Чуть-чуть больше, если не ошибаюсь. Выбираем наши с вами удочки. Удочку мы с вами выберем Хакас О1 на 6 килограммов 900 грамм. Даже, наверное, лучше побольше, да, взять? Давайте возьмем удочку Экстра Ску выбрать. Катушечку с вами возьмем Трио на 8 килограммов 750 граммов. Лесочку тогда с вами возьмем Экстра Лайн М. Ну, поплок, естественно, наш фаворит, очень легкий. По крючку мы сейчас с вами тоже посмотрим. По крючку мы возьмем с вами этот, мы не можем брать, значит, возьмем какой-нибудь вот из этих. Любой можно брать, либо 4.1, либо 4.2, либо 4.3. Мы возьмем с вами 4.2. И по наживке, естественно, икра. Закидываем на 5.4 метра. Ближе уже нельзя, ее нету форели, а дальше другие рыбы перебивать. Естественно, как с мускуном, каждый заброс у нас трофей не будет идти, но все же попадаться они все равно будут. Форель обыкновенная, 7 килограммов, 600 граммов может быть трофеем, но трофей будет попадаться редко, нежели мускун у нас попадался каждый заброс. Продаем, ну и в принципе на этом, ребятки, все. Форель ручьевая клюет каждый божий заброс, только будет перебивать мусор, но все-таки. С вами был Дэн Хай, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все ссылочки, которые присутствуют в описании моего канала. Всем пока, пока-пока.